Эти кадры на камеру мобильного телефона снял очевидец происшествия. На 11-м километре трассы Кузнецк-Камешкир перевернулся грузовой автомобиль, перевозивший 35 тонн нефти. Ее транспортировали из Камешкирского района с места добычи в Ульяновск. Опрокидывание цистерны и автомобиля произошло по причине нарушения управления водителем. То есть или была скорость превышена, или какие-то другие. То есть водитель не справился с рулевым управлением. После опрокидывания герметичность нефтебака была нарушена. Горловина, через которую внутрь емкости закачивали нефть, оказалась открытой. В результате на дорогу стало вытекать содержимое цистерны. По предварительным данным, это около 3 тонн нефти. Возникла опасность экологической катастрофы. Рядом протекает река Тютнярка, впадающая в Кададу. Она, соответственно, несет свои воды в Суру, питающую Пензенское водохранилище. Появилась и другая проблема. Ну и естественно надо было думать о пожарной безопасности, поскольку нефть она как бы горючее вещество, поэтому были выведены из домов, были частично эвакуированы жители близко расположенных, близлежащих к этой самой. Дорога, на которой случилась авария, была перекрыта. Место ДТП оцепили сотрудники госавтоинспекции. Специальной смесью песка и опилок начали засыпать асфальт и землю, залитой нефтью. Через несколько часов разлитую нефть убрали, движение на трассе было восстановлено.